Приветствую всех подписчиков нашего канала и просто гостей на канале. Сегодня поговорим о временном порядке установки эры ГЛОНАСС. С 1 июля заканчивается этот временный порядок, то есть как бы формально поставить на учет потом, ну, машину будет невозможно, либо нельзя будет получить ПТС, ну, до сих пор этого неизвестно вообще, как оно будет. То есть будут не выдавать модули, а без модуля у тебя не растаможат машину, то есть ты не получишь ПТС. То есть ты ее можешь привезти, растаможить, получить ГТД, ТПО, но ПТС тебе не дадут. Что будет, как оно будет, пока непонятно. Как всегда, на своем опыте могу предположить на 95%, что до 1 июля не будет никакой информации, никакого нового закона не будет о продлении, либо о подтверждении этого окончания временного порядка. Поэтому что мы, сфера К, будем делать на основе той информации, которая сейчас есть? 1 июля заканчивается временный порядок установки эры ГЛОНАСС. Мы весь май принимаем депозиты на целые автомобили. Весь май мы покупаем целые автомобили и даем себе срок июнь завести и растаможить эти авто. В июне мы уже не будем принимать депозиты и покупать целые автомобили, потому что, скорее всего, мы не успеем их завести до 1 июля и растаможить по тем правилам, которые сейчас есть. Будем ждать информацию, возможно, она появится в конце июня, но, скорее всего, эта информация будет в начале июля. Какие возможные варианты решения этого вопроса? Самый печальный – это то, что все останется так, как оно сейчас есть. То есть временный порядок кончается, эру ГЛОНАСС не выдают и, другими словами, ввоз любого бэушного автомобиля на территорию РФ будет запрещен с Америки, с Китая, с Японии, с Кореи. То есть любая растаможка БУ автомобиля будет невозможна. То есть и машину можно будет купить только новую в салонах. Второй вариант. Временный порядок увеличат, ну там еще год, полтора, три, но это тоже не дело, то есть завоз автомобилей, их растаможка будет основана на каком-то опять временном документе, ну такое возможно только в России. Вот, также будут выдавать модули, платиться пошлины огромные в таможню, вот, ну и как бы автомобили можно будет возить любые БУ. И третий вариант, либо это вообще как-то отменяют, вообще какие-то эту эру ГЛОНАСС, и все идет так, как оно было много лет. То есть завозишь любой автомобиль, растамаживаешь его, ставишь на учет и катаешься. Третий вариант маловероятен, потому что все равно идет курс на, ну, вообще на какое-то зажимание правого руля, на запрет его какими-то документами, эрой ГЛОНАСС, там, поднятием пошлин. 1 апреля, вот хороший показатель, это увеличение утилизационного сбора. То есть, поэтому я рассматриваю первые два. Либо запрет растаможки любого БУ автомобиля из любой страны, либо второй вариант. Еще этот временный порядок продляют, и какое-то время еще можно будет возить хорошие качественные автомобили по приемлемым ценам. Такие вот новости, ребят. То есть мы просто ждем. Могу вам посоветовать подписаться на наш канал. Мы будем выкладывать новости на эту тему, как только у нас будет какая-то информация проверенная, написанная в официальных источниках, либо мы эту информацию будем получать от первых лиц, кто работает с таможенными органами. Пока даже начальники постов таможенных не знают, что будет. Поэтому какие-то слухи, которые там собираются где-то на рынках, в сети, на форумах, это все просто чьи-то домыслы. На самом деле информации никакой нет абсолютно. Куда пойдет решение законодателей? Либо туда, либо сюда. То есть сейчас просто ждем. В мае, вот еще 2 недели покупаем авто, принимаем депозиты
июнь мы не будем возить, покупать целые автомобили, только разборные грузы. Это распилы, конструкторы, грузовики, конструкторы, спецтехника, мотоциклы. Такая вот информация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите под видео комментарии, звоните нам на телефон, пишите на почту. Пока!